Подножие мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев – красные гвоздики. Символ мужественности героев, благодаря которым мы живем в сильной и независимой стране. На митинге минутой молчания чтят память погибших. Перед великим подвигом головы склоняют десятки неравнодушных. Здесь же награждают тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания молодежи. Дорогие друзья, разрешите бобруйчан, всех военных, офицеров, прапорщиков, генералов, членов их семей поздравить с этим замечательным праздником, пожелать крепкого здоровья, большущего семейного счастья, долголетия и мирного чистого неба над нашей прекрасной самостоятельной республикой Беларусь. Бобруйск славится своей историей. Именно здесь до 1992-го дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная танковая армия. Во многом именно благодаря ей советские войска одержали победу на Курской дуге и смогли переломить ход Второй мировой. Вспоминать можно долго, очень долго рассказывать можно. Война, она всегда жестокая. Слава тем богатырям, которые отстояли эти тяжелые годы, победили, взяли Берлин и добились победы. Тематические и интерактивные площадки притягивают внимание как детей, так и взрослых. Здесь же конкурс рисунков на асфальте, катание на лошадях. Не обходится праздник и без традиционного лакомства – солдатской каши. За ней выстраивается длинная очередь. Каждый год стараюсь при любых обстоятельствах обязательно прийти сюда, приехать, это самое, встретиться вот со служивцами, вспомнить о тех, которых нет с нами. Танковые войска белорусской армии способны выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими формированиями. Бронированные машины продолжают оставаться основной боевой единицей сухопутных войск. Они обладают большой огневой мощью, защищенностью и многозадачностью. Другими словами, ударная сила страны. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.